Чемпионатис Кидера турнелы интернационал Мирам Павлин Кап по Алиньере и Кипелу. Уважаемые друзья, начинаем церемонию открытия Кубка Мирам Павлин Кап с построения команд. На поле приглашается команда Дунай, тренер Владимир Петренко. Thank you.
copii, stimați antrenori, părinți, onorat asistență, suntem foarte bucuroși că astăzi sunteți aici, în Chișinău, alături de noi, la deschiderea turneului internațional de fotbal pentru copii Miran Pavlin Cup 2019. Comitetul organizatoric a făcut tot posibil. Voi copii să aveți o putere de joc de parcursul a 3 zile, să arătați un joc minunat și toate capacitățile pe care le aveți. Data aceasta am invitat 4 echipe, adică echipe din 4 țări, din Moldova, Ucraina, Rusia și România. Urăm baftă la tot! Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие дети, тренеры, родители. Очень рады вас всех видеть сегодня в Кишиневе, в Молдове, в нашем турнире Miran Pavlin Cup. Турнир для детей возрастной категории до 10 лет. Организаторский комитет постарался сделать все для того, чтобы вы в эти 3 дня наслаждались игрой, показывали все, что вы умеете, уехали из нашей гостеприимной Молдовы с приятными эмоциями. В этот раз мы пригласили команды из 4 стран, лучшие команды Молдовы, Украины, а также наши гости из Румынии и России. Мы вам всем желаем успеха и обойтись без травм. Теперь слово представляется представителям организаторского комитета, дону Вячеславу Лунгу, дону Леониду Кумару. Добрый день. Я хотел поблагодарить всех, кто приехали на наш турнир. Тренеров, родителей, детей с нашей страны, за границы, с Украины, с России, с Румынии. Я от родительского комитета, как у нас это, как организатор, я желаю вам удачи, чтобы без травм не допобедит кто сильнейший. Удачи вам всем! Noi ca organizatori suntem mândri să reprezentăm copiii noștri, să reprezentăm toate echipele care sunt din aceste 4 țări. Vă dorim mult în baftă să câștigi cel mai puternic și mult, mult, mult succes. Să trăiți, băieți! Un cuvânt de îndrumare din partea directorului tehnic al Federației Moldovene de Fotbal, domnul Sergei Butierski. Технический директор Федерации футбола Молдовы. Bună ziua, stimați participanți și oficiali al turneului internațional. În primul rând, din partea Federației Moldovene de Fotbal și personal din partea președintelui Leonidu Linichenko, eu vreau să vă salut și să mulțumesc tuturor cei care au depus un efort corespunzător la organizarea acestui eveniment sportiv. Aș vrea să menționez că Federația Moldovenească de Fotbal este un partener de încredere și va sprijini pe toți cei care promovează modul sănătos de viață, mai ales fotbalul. Eu sper că acest turneu va descoperi talente noi care vor reprezenta faima țării în turnee internaționale. Sper că acest turneu va avea o continuitate și vă doresc doar emoții pozitive și multe realizări noi. Mulțumesc! Mulțumesc!
теперь слово предоставляю Андрею Викторовичу Волковскому, который является главным тренером футбольного футзального клуба «Москва», «Динамо Москва», и главный тренер сборной России по футзалу. Дорогие ребята, хочу поздравить вас с началом хорошего международного турнира. Очень рад, что вы все приехали и все приняли Молдову. Хочется пожелать вам честной спортивной борьбы, чтобы победить в ней. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Викторович. А теперь я попрошу оркестр сыграть гимны стран и моих коллег поднять флаги. Равнение на флаге. Thank you.
детский футбольный турнир Мирон Павлен Кап объявляется открытым. Всем удачи!